Всем привет, ребятки и девчата, вы на канале Ярик Плей, и мы продолжаем с вами проходить игруху Anno 2070. В прошлый раз мы прошли первую главу и познакомились с тремя фракциями: магнатами или промышленниками, экологами и учеными. И вторая глава, скорее всего, начнется к тому, тем, точнее, что мы отправимся на базу ученых. Так как мы нашли прототип ковчега, который был разработан очень-очень давно, и промышленники проявили к этому интерес, на копию отсчета взглянуть захотели. Вот, и посмотрим, даже не дали еще выбрать сторону, на самом деле. Вот, поэтому, наверное, выбор стороны еще предстоит. Начнем же. Умный человек вроде вас мог бы переломить ситуацию. Хотели бы вы использовать свои умения на благо науки? На благо науки и на благо экологии, моя дорогая доктор Тори Барток. Ну что ж, посмотрим, что у вас там за база. Пока еще мы не выбрали сторону, мы такие разные, используем эти технологии. А, вот и вы. Добро пожаловать в Ядро, исследовательский центр науки. Здесь вы найдете все, что только может пригодиться для расшифровки данных. Выглядит красиво. Как здорово, что вы пришли. Я наслышана о вашей чудесной находке. Даже в науку она вызвала настоящий фурор. Ах да, я Тори Барток, ассистентка профессора. Отец желает срочно с вами переговорить. Я вас отведу. Суперкомпьютер наук. Ну во, искусственный интеллект. А, вот он. Я отец. Я вычислил оптимальное распределение человеческих ресурсов. Профессор Дэви возглавит команду по расшифровке в подводной лаборатории. А доктор Барток займется организацией. Для вас тоже есть работа. В поисках истины. Но хорошо, будем разбираться. Совокупность ваших ментальных и физических параметров делает вас идеальным рабочим партнером для профессора Дэви и доктора Барток. Ага. При необходимости будете помогать. Вам надо построить собственную лабораторию, чтобы помочь нам с обработкой данных. Зайдите ко мне, я обеспечу вас чертежами. Хорошо. Вам загрузить чертежи исследовательской лаборатории. На соседних островах расположились представители Эдем и Global Trust. И те, и другие предложили свою помощь в постройке лаборатории. Решать вам. А, вот как. Финансирование для ваших. Так, вы правильно сделали. Первый выбор. Так. Я хочу все-таки с Демонишетев. Извини, промышленник. Известная личность на этом острове. Время действовать. Вы с нами? Да, я с вами, экологи. Стремление повсюду влезать. Да пусть узнает. Из ядра получены дополнительные чертежи. Цель. Поселение для научных работников. Ага. Обновление строительного интерфейса завершено. Вот. Сколько технологий-то. Придется разобраться. Еще подводные здания доступны. Это технология. Остров большой. Это меня радует. Ну что же. Так, что у нас тут? Тоже базальт производит. Но, кстати, экологи намного... как потихонечку, так не спеша снимают грунт, вот, в отличие от промышленников. Хорошо, и тут у нас что? Тут у нас лес заготавливают, понял. И ветряки, ну конечно, мы будем испытывать некоторый дефицит энергии, пока не продвинемся дальше по зданиям, я в этом уверен. Так, и тут все уже открылось, хорошо. Но для начала нам нужно выбрать, ну где-нибудь в центр дорожку проложить. Ну или вот прям хотя бы сюда.
О, даже турели. Это очень странно. Зачем нам турели? Мы же не собираемся с вами воевать пока еще. Так, вот, все, обучение закончено. Дальше, как я понимаю, сами. Так, да? Или нет? Нет, еще, еще. Но это ассистентов, да. Сначала разберемся с эко-технологиями. Такс, 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 такс. Помню, что чтобы технотехнологии вот развивать, нужно вначале или экологов развить, либо магнатов. Поэтому не поскупимся, сразу тут все застроим. Так, криво. Теперь... Немножечко, ну, поаккуратнее надо, конечно, но не очень получится аккуратно. Поэтому пока как придется. Есть особые гайды, потому как все аккуратно, эффективно ставить, но... Будем считать, что я не профессионал, которому не являюсь. Так, отлично. Теперь вам нужны напитки. Такс, 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 проложим-ка дорогу где-нибудь здесь, вот. Можно вообще по прямой, вот так вот. Такс. Ну, тут сквозик еще потребуется, нам тут у нас лес заготавливать не особо хочется. Базальта-то у нас хватит, но можно прям впритык на самом деле. Многовато плантации... Три штуки такие большие, ну окей, поставим вас две. Сюда, сюда и сюда, во. И теперь еще и рыбка вас надо, чтобы была рыбка. Давайте-ка так и так. Дорогу проложим, все, отлично, производство пошло. Что тут сказать, дела идут отлично. Так, и конечно же вам нужно развлечение, мои дорогие друзья. Будет вам развлечение. Ну, можно прямо вот сюда уйти, вглубь острова. Вот, чтобы всех затронуло это ваше развлечение. Вот, так, поставим еще домики. Что у нас так медленно базальтик-то делается? Вроде бы обнаружен все. Новый класс. Во-во, сразу апнулись, отлично. Ну, пусть апаются. Деньги пока в минус, но сейчас внимание, все поправится. Производство остановлено. Где там производство остановлено? А, все забито рыбой. Ну и хорошо, что забито. Так, стройматериал тут у нас делается, с энергией более или менее в порядке. Все, тут у нас апаются, апаются, хорошо. Не, на самом деле нормально, пошел, поехал. Так, ну можно еще немного домиков поставить. Во. Уважаю. Благодаря вам мы стали жить хорошо. Конечно, благодаря мне вы стали жить офигенно. Так, что дальше? Инструменты, древесина сделается, вам нужна полезная еда, она выглядит как суши. А для этого нужна ферма и рисовая ферма. Ага, смотрите-ка, овощи у нас тут делаются, а рис, я так погляжу, не делается. Да, да, нет, 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 нет. Значит, подразумевается, что будет еще один остров. Его нам уже надо искать. Риса-то тут нет, правильно я понимаю? Нет, нет, нет. Это у нас чай, да, ну окей. Так, это что такое? А, чертежи лаборатории, так можем их уже передать. Во. А это... Стоимость содержания, технастроение в секторе, налоги больше платить. О, неплохо, это перенесем. Так, тогда поищем еще остров, получается, возьмем. Так, инструменты немного скинем, посмотрим, что тут еще по островам есть. Это и корабли придется строить еще. Вопросика у нас тут нет, поэтому мы не можем сюда что-то еще поставить.
Во, это почти остров. Сейчас. Может, сейчас какое-то другое решение проблемы есть? Но я хочу посмотреть вообще карту. А, во, и... а, это не остров. Так, хорошо. Поплывем еще. На этом острове обнаружены жители. А, это магнаты наши. Хорошо. Еще больше островов. А, во, во. А, нет, смотрите-ка, островов больше нет. А. Вот еще. В этой части, а тут у нас что? Мы верим вам. Мы сможем разобраться в этой ситуации. Ага. И тут ничего нет. Значит, остров откроется. Подразумевается, что мы сейчас уже будем развивать научных сотрудников. Хорошечно. Так, ну на всякий случай еще тут проедем, посмотрим. Да нет, ничего нет. Хорошо. Тогда... Ассистенты, вот как вы называетесь. Хорошо. Так, что тут тогда? Станция контроля погоды. Это хорошо, и тепловая. Хм. Тоже неплохо, если потребуется. И доки. Доки можно сейчас уже поставить, да где угодно, как я понимаю. О, и корабли уже начали строить торговое судно. Водородие снижено из-за загрязнения. Да какое загрязнение, о чем бы? Я просто док поставил. Ну, не сильно, 1%. Хорошо. Давайте тогда наших технологических ребят. Так. Вас мы можем спокойно ставить. Хорошо. Продвинемся дальше как-нибудь. Так, нам нужен для этого склад. Чтобы зона строительства была. Ну, давайте сюда воткнем склад. Во. Все это нужно как-то соединить дорогой. Во. Хотя не обязательно, судя по всему. Так. Так. Центр города. Ну, воткнем тебя куда-нибудь сюда. Поставим дорожку. Во. Проложим. Так. Вот моя ассистента. Выбор зданий. Ассистента. Так. Расширен размер популяции, определен. Строительство лаборатории утверждено. Отлично. Идеальное местоположение возле обитаемой зоны. А, во. А, так это под водой уже ставить. Правильно, да, это под водой. Это нужно доки. Так, хорошо, нам нужна только лаборатория. Где она тут? Так, эко. Это нам не нужно. Лаборатория. Лаборатория. Так она вот здесь вот должна быть. В предметах. А, во. Или куда угодно, наверное, можно воткнуть. Сканирование лаборатории. О. Оборудование и программы установлены. Информация загружена. Здание готово к работе. Можете начинать исследование. Отлично. Отлично. Полагаю, теперь вы можете помочь мне с расшифровкой журнала. Тыкаем. Назревает. Во. Странно. Не могу получить удаленный доступ. Либо он зашифрован, либо там защита. Принесите журнал, взгляну поближе. Сейчас принесу. Нам только немножечко бы еще электростанции воткнуть. Можно вот, да хоть сюда воткнуть, на самом деле не особо важно. Вот так. Внимание. Неавторизированный доступ к моим системам. Активирован защитный протокол. Вот, теперь с энергией все в порядке. Так. Надо сначала помочь этим ребяткам, да? Так. Должен продать вам? Так. Доктор просит привезти. Хорошо, вот город журнал, где наш корабль. Предметы. Вот, борт журнал. Хорошечно, привезем. Ну-ка посмотрим, необычный шифр. Может, доктор Дэви справится? Он сейчас в лаборатории под водой. Возьмите мой тримаран. Хорошо. Так, корабль вернем назад.
Сделаем погружение и посмотрим, что у нас там. Вот он, наш. Неизвестный. Хорошо. В чем дело? На. Странная защита. В наук такую не ставят. Я введу данные в программу для анализа. Посмотрим, удастся ли взломать. Давай, мужик. Ты же ученый. Ты справишься. Что происходит? Сбой питания? Пульт управления? Прям. Системы отключились? Кислородные насосы не работают. О, это вирус. Внимание. Люди в смертельной опасности. Необходимо срочно восстановить поставки. Так. Построить склад. Хорошо. Только где? А, вот здесь вот. Так, а чтобы построить склад, к нам нужны ресурсы, правильно? Или получится сделать это как-то иначе? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, можно будет здесь его воткнуть, но для этого нам нужен подводный склад. Подводный склад. Хорошо, сейчас мы все погрузим. Игра сохранена. Это хорошо. Так. Загружаем все это добро полностью, ну почти все полностью, во. Во, так, как бы тебя воткнуть, чтобы ты вот пожалуйста, хотя бы сюда, во. Запасов кислорода надолго не хватит. Мы тебя спасем, ученый. Так, как мне тебя спасти, это мужик? Так, хорошо, приливную мы поставим, да? Есть приливная, есть. А, и все, всего-то ничего. Хорошо, поставили. Произвожу передачу энергии. Запущена перезагрузка. Кислородные насосы включены. Во. Люди в безопасности. Внимание. Еле обошлось. Не ожидал я такого сбоя техники. Но благодаря вам системы работают хотя бы в аварийном режиме. Мы с командиром отключили защиту, но здесь начались короткие замыкания. Так, бортжурнал, давай. Это просто великолепно. Журнал защищен очень сложной системой. Не спрашивайте как, но несанкционированный доступ к вашему ковчегу и сбой поставок, о котором доложила Ева, тоже с этим связаны. Так, хорошо, я понял, что нужно. А. Так. Это потом расшифруйте. Угроза нехватки еды. Требуются экстренные меры. Какой еды и где? В смысле, нехватка еды. Все в порядке. Ваша помощь в исследовании данных увеличит. А, это ассистентов продовольствием. А, сначала надо помочь. Так, хорошо, акваферма. А, вот наш складик. Так, вот он у нас. Так. Хорошо. Аквалаборатория. Так, что у нас делает? Так, водоросли, да, производит. Ну, допустим, сюда воткнул. Ох, ты ж прям так. А, все, отлично. Это у нас пошло. Это вы тоже под водой делаете? Я понял. Это вы тоже делаете под водой. Все, отлично. И... Отлично, производство началось. Вот тут как-то транспортируете же. А, дороги? Серьезно, что ли? А, вот оно, как оно работает. Поставка хорошо. Обеспечена. Проблема решена. Не надо вам тратить время, лично собирая еду. Эта полезная программа автоматизирует перевозку. Сейчас все сделаем. Хочу понять, почему не поставляется. В чем проблема-то? Так, но сырье-то вы поставляете или нет? А в чем проблема? Или я плохо поставил? Внимание, производство прервано. Так, я плохо, видимо, поставил. Сейчас посмотрим тогда. Так. Вот, да, позволяет забирать товар.
Водоросли мы произвели, ну-ка. А так. Вот, водоросли мы тут производим, мы должны их закидывать сюда. В чем проблема? Как-то не так поставил, или прям... Так куда вообще водоросли-то деваются? Что-то я не понимаю. Все забито. Так, хорошо, видимо, понял, в чем проблема. Сейчас заново все перестроим. Вот тебя сюда. Вот как-нибудь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, теперь соединяем тебя. И водоросли ставим вот сюда. Во, теперь-то все должно пойти, наверное. Или тут нужен склад внутренний, чтобы вы это поставляли. Прервано. Ну-ка. Два. Ага, значит, склад нужен подводный. Хорошо, подводный склад. Все правильно. Окей, сейчас мы все поставим. Так, где наш корабль-то? Так, это сейчас все сюда передадим. Подводный склад. Во, теперь будем работать. Теперь будем работать отлично. Так, это загрузим сюда. И нам нужен какой-нибудь корабль торговый. Можем его как раз таки построить. Вот, торговое судно. Строим. Или в чем проблема? Так, погодите. У нас тут кораблик есть, а тримаран... А, можем тогда этот соорудить. Так, хорошо. Так, 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 так. Отправляйся на так в подводную лабораторию. Да, давай. Если вам снова потребуется вперед, проверьте беспилотники в деле. Так, а это тогда, чтобы получить доступ к списку объектов. А, это нам не нужно. А вот это я еще не могу. Понял. Так, хорошо, автопилот активируем. Обнаружена возможность для оптимизации морской логистики. Загружаю данные по торговым маршрутам. Так, вот. Так, ты у нас здесь погружаешь. Погружаешь здоровую еду и отвозишь сюда. И выгружаешь ее. Добавить корабль. Флагман добавить. Все используется. Главное, что мы наконец-то можем получить доступ к данным. Доставьте журнал в свою лабораторию. Ну-ка. Пусть извлекут информацию. Или я случайно нажал отменить. Так. Во. Может быть так? Во-во, загружаешь, загружаешь. Хорош. Все это ты доставляешь сюда ребяткам. Так, можем тогда еще вас побольше поставить. Чтобы у вас было побольше, вы приносили побольше дохода нам. Ну-ка, влезет, влезет. Новые отлично, так. Для строительства. Это все классно. Так, дороги проложим для вас, ребятки. Все. Рай для ученых. Так, еще вам напитки нужны. Меня ждет Нобелевская премия. Нобелевская премия, говоришь? Так, доставим сейчас сюда. Отлично. Район поселения. Условия проживания оптимальны. О, исследовали. Профессор Дэви интересовался, не связан ли журнал с тем, что прекратились поставки. Единственный способ проверить,
тщательнее изучить данные. Простите, но в лабораторию я сегодня не поеду. В некотором... Хорошо, кто-то заболел. Здесь как у меня дела? А, инфекция. Пообедал вчера рыбой, с тех пор из уборной не вылезаю. Во, поставим, сейчас мы всех вылечим. Организована медицинская помощь населению. Источник заражения по-прежнему не установлен. Ох, это чего это вот так? А, проблемки с едой, что ли? Данные обработаны. Наконец-то можно гнилая все рыба. Если хотите, начинайте. Рассчитаны оптимальные людские ресурсы для операции. Требуется постройка дополнительного жилья для ученых. Так, это хорошо, только у нас с рыбой-то надо как-то вопрос решить. Вот оно. Или надо всех вылечить. Из-за сбоя системы, вызванного разумным вирусом. О. Это надо показать отцу. Внимание, сканирую район поселения. Какая разница, сколько усилий я... Ой, острова открылись снова. Здесь все равно ничего не изменится. Да все изменится, чувак, надо что-то так подождать. Все еще гнилая еда. Так, на эпидемия-то должна пройти. Вообще все забросилось. Внимание. Подходит к концу запасы продовольствия. Значит, вы у нас в порядке. Не, надо разобраться, что-то с рыбой случилось. Или это просто такая эпидемия? Но раз ничего не высветилось, тогда продолжаем дальше. Так. Привести журнал, хорошо. Наук с нетерпением ждет. Зачетно. Вы проделали великолепно. Могу подтвердить ваши выводы. Данные заражены неопознанным компьютерным вирусом. Внимание. Снижение численности населения. О нет, так он сейчас сам может вирусом-то заразиться. Мы даже не исследовали эту штуку. Да уж, искусственный интеллект. Мы расшифровали исходный код вируса, но я не могу определить его источник. Одно точно, он разработан не в наук. Угу. Может, промышленники, но это вряд ли. Есть вероятность, что вирус мутировал и без нашего ведома продолжил развиваться. Но для точного заключения нужен более подробный анализ. Может, ты его не будешь делать? Искусственный интеллект, ты сам чем подцепишь-то? Значит, надо немедленно этим заняться. Мы должны узнать, откуда взялся вирус и как он мог настолько измениться. Вот-вот. Надо разобраться. Вот, ветряки. Вы нам очень помогли. Надеюсь, наука и в будущем сможет на вас рассчитывать. Конечно. Во, во, прошли мы это сделали. Ну что же, ребятки, тут компания-то была долгая, практически часик. Одно лишь задание, дальше должно быть интереснее разобраться с тем, кто это сделал. Я бы, конечно, рискнул предположить, что это промышленники как-то сделали, но поскольку их самих интересует эта разработка, вряд ли их подозревать в этом стоит. Ну ладно, к обзору задания, просто посмотрим. Угу. Помочь проанализировать, хорошо, мы поможем. Ну а на этом мы с вами закончим. С вами был Ярослав. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!